О, я с ума сошел. Я забил себе лицо. Да, пошел по наклонной. Слушай, ну я, знаешь, что подумал? Я подумал, что если что, если вдруг я сам. Прямо в камеру, пожалуйста. Дмитрий, пожалуйста, в полный рост. Красота, красота! Ой-о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 й
Ну что, микрофон у нас, видимо, один. Да, в принципе. Спасибо. Кто первый? Я. Добрый вечер, дамы и господа. Ну, здесь. Во-первых, я хочу сказать, что я лично безумно рада всех видеть, всех коллег, нарядные, счастливые, все улыбаются, всех зрителей. Огромное спасибо за эту награду, касаемо именно этой песни, потому что, когда был момент выбора, что же мы будем делать с Димой, я сказала, у меня есть одна самая-самая любимая песня, и это та самая песня, и я безумно рада, что вот наш дуэт так оценили, потому что мы правда прожили его. И на студии, я хочу сказать, что действительно это очень-очень-очень особенная история. Почему? Потому что музыка была написана очень давно, а в нулевых еще буквально. Вот. И я знаю, что этой музыки поклонники есть, и они в этом зале, их немало. И спасибо тебе огромное, что ты так искренне и настолько по-настоящему отнеслась к этому материалу, которому я сам с трепетом бесконечно долгое время ходил на цыпочках, так сказать. Вот, и с тобой это получилось невероятно здорово и красиво, и просто по-другому уже представить не могу. Друзья, прежде всего, конечно, спасибо и вам, потому что без вашего импульса ничего не происходит в этой жизни. Благодарю вас, уважаемые друзья! Я... Ура! Не знаю, насколько у меня будет возможность сегодня еще сказать что-нибудь с этой сцены, я все-таки попробую, еще заберу вас пару секунд. Я давно просто хотел вас обнять всех, уважаемые мои прекрасные люди. Так скучаю по вам невероятно сильно. И всегда в сложные моменты жизни мы приходим к кому? К пониманию... Секундочку. К пониманию того, что ближе команды, ближе людей, ближе друзей. Ну просто никого нет. Вы мои друзья, вы наши друзья, вы потрясающие слушатели. И огромный привет моей команде. Спасибо.
и моей, конечно, команде. Ты кричишь от боли, что трещит динамик. Он опять динамит, снова душня. Лучше бы голос яна, чем тебя, и что ты? Великий Борис! Великий Борис, тебе идет она, а также тебе идет Филипп, потрясающие артисты на сцене, невероятный дуэт, ваши аплодисменты. Все мои главные женщины студии. Но вы что делаете? Вы сделали чистую вещь. Вы все равно нужны. Вы собрались. Артисты не собрались. В одну компанию. Вот. Вы как сказать? Семью. Что для вас гарант? Это то, чего сейчас не хватает в этом месяце. И вот сегодня это случилось. Место на полочке. Есть ли наград вообще? Мало. Очень мало. Ребят, дай сначала жага ответить. Вау, я пока еще не открыл пиар-агентство социальных сетей, но по полку могу сказать, просто ответственности. С этим отражаемым вообще. Я должен сказать эти слова, обязан просто. Потому что это был контакт с очень талантливыми артистами, невероятными, потрясающими артистами. Я очень благодарен вам, Джонни, тебе. Я очень благодарю Мод, тебя. Я очень благодарю Мари Крамбрери. Я очень благодарю... О, Боже! Угадай, кого? Ну? Четыре. Ну, там 13, понимаешь? Филипп Киркоров, Клава Кока. Боже, Пелагея в том числе же, тоже. Ну, Зиверт, Юля, потрясающе. Ну, кто еще, подскажите? Так это 13 друзей Билана. Ну, их гораздо больше, правда. Это невероятный, правда, проект. Спасибо вам огромное за эту включенность, за то, что вы максимально профессионально подошли к этой задаче. И я вам искренне благодарен. Если что, зовите. Музыка.
называть твое имя? Ну да. Просто такое красивое имя. Спасибо большое. Вы знаете, я просто скажу так. Все остальные важные слова, самые-самые-самые большие, многосложные предложения произнесу на своих сольных концертах. Вот. А здесь скажу только одно, самое главное. Любовь, доверие друг другу. Ценить надо друг друга все-таки еще больше. Ну и любить музыку. Она облагораживает, честно. Спасибо большое. Друзья, ну как вы поняли, конечно, там в суете, где очень много людей и очень много эмоций, сложно вообще что-либо сказать. Вот. Потому что отвлекающих моментов очень много. И много эмоций, повторюсь. Поэтому здесь спокойно, на спокойной волне. Хочу сказать спасибо вам, друзья. Вот я ставлю их сюда. Можете отсюда, вот там. Ну и сюда поставлю. Так. Но угол для молитв у меня с другой стороны, так, чтобы вы знали. Здесь я не молюсь. И поставлю сюда. Вот. Я, правда, это очень ценю.